хороша. Давай сделаем для Милки новый попит антистресс. Ластик, у него их и так много. Мы ему даже попит пушистое облачко сделали в прошлом видео. Они все неправильные. А мы ему сделаем правильный попит, кошачий. Кошачий это как? В виде кота? Нет, в виде кошачьей лапки. Интересная идея, давай попробуем. Кстати, а где же Милки? Он занят важным делом. Каким это важным делом? Он спит. А мы пока сделаем ему сюрприз. Неси белый картон и карандаш. Это я быстро. Готово, можешь рисовать. Чтобы сделать попит кошачья лапка, сначала нам нужно нарисовать кошачью лапку. Теперь нужно ее вырезать. Вот такая кошачья лапка. А подушечки на лапке будут фуфырки. Вот, можешь обвести скотч, чтобы их нарисовать. Да, я думаю, скотч подойдет. А обводить я его буду вот на таком блестящем фоамиране. Мне понадобится 4 таких кружочка, поэтому обведу скотч 4 раза. Теперь все кружочки нужно вырезать. Готово. Нам нужен еще один большой кружок для большой фуфырки. Да, Ластик, найди что-нибудь побольше, потому что скотч уже не подойдет. Вот тебе крышки. Выбирай любую. Это великовато. А вот это как раз подойдет. Ее мы тоже обведем и вырежем. Самый большой кружок готов. А что дальше? А сейчас каждый такой кружочек нужно надрезать до середины. И еще мне понадобится двусторонний скотч. Уже здесь. Из каждого кружочка нам нужно сделать конус и склеить его двусторонним скотчем. Получается вот такой конус. Сделаем такие же конусы еще из 3 маленьких кружочков. И еще один конус из большого кружочка. Вот такая большая подушечка. Теперь все фуфырки-подушечки нужно обвести на лапке. Обводим и вырезаем отверстие. Получилась вот такая лапка. Ее нужно обвести еще раз на белый картон. А если вы хотите, чтобы ваш попит был крепким, нужно обвести еще и на толстый картон. Эту лапку тоже вырезаем. Приклеиваем подушечки к лапке при помощи скотча. Все, фуфырки вклеены. Теперь нужно соединить детали при помощи двустороннего скотча или клея. Маша, я еще одну деталь принес. Это чтобы наш антистресс был крепкий. Значит, будем склеивать 3 детали. И вот что у нас получилось. Вот такая милая кошачья лапка. Осталось самое главное. Посмотрите.
посмотреть, как она работает. Отлично работает. А кому интересно, как сделать вот такой попит пушистое облачко, это видео есть у нас на канале.